Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть наше намеченное приключение. Ну и пойдемте-то, собственно, дальше. Предыдущая серия была серия про сиськи, насколько вы помните. Так. Ну, в целом-то тут мы все уже обыскали с вами вдоль и наперек, поэтому просто погнали вниз. Нам нужно выполнить задание. Так, родители, привет. Ты даже не думаешь, что я похлопаю тебя по плечу просто потому, что ты с кем-то подружился, а вот когда у тебя будет много друзей, я буду тобой гордиться. Ах ты, папаша, сучок. Сейчас мы с вами посмотрим по заданиям, что там нужно сделать нам, что вообще стоит. Создание альянса. Встретись... Так... С Клайдом на заднем дворе. Эй, в эльфийском лесу проводят срочное собрание. Да идите в жопу. Иди отсюда! Иди отсюда! Брысь! Брысь от меня! Так, а напарника надо? Я же хочу напарника выбрать. Почему Стэн? Мне не нужен Стэн. Мне нужен Баттерс. Ох ты, ёпты. Так, давайте, знаете, у нас, в принципе, еще задание вот есть. Допустим, великанша, поговори с фермером Биллом. Ну, погнали, карта. Сейчас найдем флажок хоть один. И пойдем к великанше. О! Так, маленьким. Привет! Ты обнаружил меня? Ты должен был... не увидеть меня, можно сказать. Прикольно вот это. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Привет, поговорим. Блин, так где ж ты, эта сраная хрень? Привет, дети. Король пиратов, ну ладно. Где-то тут был этот... Такой пи-пип штука. Hey, new kid. Чё, новичок? Ну вон, флажок. Сейчас быстренько. Фух. Так, пойдемте на ферму. А, кстати. Вот, поговорите на ферме и найдите складскую ячейку маки. Ну, давайте туда сходим. Складскую ячейку, странно. Собаки. Бежим! Или даже нас не видит. Ну тут медведосвин, короче, был. Элгор, точнее. Топ секрет он. То, что он был президентом, это мы уже видели. Сундук. Не открыт, что ли? Да нет, открыт. Погнали. Ну вот ячейка. Маки, наверное, да? Блин, горы мусора просто. Большая гора. Ну а толку нам от этой ячейки? Че, вообще профит какой-то есть, что ли? Вот. Мы, вероятно, нашли складскую ячейку. Нет? Давайте по заданию посмотрим, что надо сделать. Оставь монитор мистера Маки в ячейке на складе и храни сам. Какой монитор? Как его там оставить? Так, подождите-ка. Странно как-то это все. Ну вот же монитор. О, монитор снят.
Все, вернитесь к мистеру Маки. Так, давайте пойдем. Так, кошечка. Вот Баттерс. Как наверх-то попасть туда? Нет вообще. Бежим! Зомби. Нам вообще надо попасть дальше туда, в лес. Уйти на ферму. Ну, это, по-моему, сюда. Тебе нужно привести сюда Джимми, думаю. А как это сделать-то? Как привести Джимми на ферму? Так. Подождите, вон ребенок. Черт возьми, сейчас мы его найдем. Привет. О, ты нашел меня. Еще 5-4 штуки десадовца надо найти. А как его привезти-то сюда? Что там стоит у нас из задания? Так, великанша. До дома. Фаза 1. Собери трусы, уничтожь ты плакаты, размещенные где-то там. К мистеру Маки доберитесь до дома марша и магические песни. Поговорите. Джим не станет настоящим Барта, пока не найдет флейту, чтобы играть вдохновляющие мелодии. Поговори с фермером. А где фермер-то? Никого нет вообще в помине тут. Что дальше, лес? Я не вижу там из-за камеры, не могу пройти. Ну ладно, хрен с ним. Фермер, где? Не толкайте корову. Ну-ка. Где фермер? Какого хрена его нету? Ключ от амбара требуется, а у нас нет ключа. Ну ладно, погнали дальше вниз. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Денджер. Так, кошечка. Так, давайте посмотрим, что еще тут есть. Блин, там не было задания. Доберитесь до дома Маршей. Встретитесь с Кайлом на заднем дворе. Вот. Вот, вот. Давайте вот сюда и пойдем до дома Маршей там. Мама. Так, нам вообще выйти отсюда надо. Дом Маршей. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Направо. Я так полагаю, правильнее. О, на вот сюда. Великанша называется квест. Нужно забрать у великанши мобилу. Так, тут настольные игры какие-то. Заберем все. Дом Стена. Прикольно. О, трусы. О, покемон этот. Чин покемон, подождите. Нет. Аквамен. Блин, помню эту серию, забавно. Правильно, ломай все, что тут. I'm never coming out. Кто там? А, там Эд, поди. Том Круз, который, помните, закрылся тогда в шкафу у Стэна, судя по всему. Ох ты! Кто ты вообще такой? Ты покойник, вонючка. Ты, блядь.
чё, ты офигела? Как нам с ней драться? Она не хочет с нами драться. Великанша. Да. Сцена высирает большие какашки. Так, давайте дальше вот сюда сходим. Мясотряс. Тоже помню эту серию забавную. Трусы. А где нам искать-то эту самую? Сейчас, подождите, задание поглядим. Доберись до дома Маши и приготовься сразиться с великаншей. Ну а как? Я же готов вроде. Блять, нихера, короче. Ну ладно, погнали. Я полагаю, что можно как-нибудь через задний двор. У них есть выход на задний? Нет, выхода нет. Либо с улицы. Ну как на второй этаж попасть к этой великанше? Так. А фиг это сделаешь. Интересно, сейчас мы можем чел медведа свина забить? Как думаете? Хотя, скорее всего, сейчас нельзя, да? Он нас побьет. Тю-тю-тю. Где-то должен быть этот пи-пип. Вот эта штука. А, вот она. Пи-пип-пи-пип. Так, что у нас тут? Что-то есть еще вообще задание? Ну, не что ж ты плакат перед церковью. Это восстановление баланса мы брали квест. Да. Привет. Блин. Чел медведосвин, да? Похеру, давайте попробуем. Чел медведосвин. Ну, я думаю, рано еще. Рано. Давай. 9000, до хера. О, ну неплохо, много, конечно. Так, давай баттер с способностью какой-нибудь. Давайте вот этой. Профессор Хаус. Если, конечно, не залагает, то будет круто, если залагает, то плохо. Да, нормальная такая. Класс. Домашнее сердце. Ну, смотрите, мы ему нанесли. Ну чё ж, давайте пукнем на него. Сейчас маны съедим, эликсир. Едим. Так, а теперь пуки. Да, пофигу. Удерживаю правую кнопку мыши, пока не вижу газа. О, подожгли, да? А, неуязвим он. Так, давайте испьем какой-нибудь предмет. Так вот. Целебный эликсир, допустим, на нас. Оп. Ну, а теперь жахнем по нему. Что... А, способности у нас нет. Нету. Давай-ка, жахни, Баттерс. На, неплохо, смотрите. Что, ты готов? Ее, пожар. Ну, Баттерс, давай что-нибудь. Способностей у тебя нет? Предметы постоянно придется жрать нам, чтобы восстанавливать силу. Ну, мы как бы половину почти нанесли ему. Сейчас давайте молотом его оглушим. Шара. Сейчас мы его. Смотрите, мы уже больше половины нанесли ему. Так, давайте поменяемся напарниками.
Картмана выберем. Не, он ни разу у нас не был. Так, подождите, где он? Ауч! Рар! О, блядь. Не убей нас только. Шлем одел. Зачем-то это? То ли... А, он себе поднял броню, наверное. Вот. А теперь Картман. Ну что, у тебя Картман есть? Палка. Волшебспособности. Картман, поджимай. Да. Нажми C как можно чаще. Ouch. Ух ты, ничего себе, Картман жжет, да? Чел Медведосвин, тебе пришел конец. Так, ну что ж, Картман, давай, твоя. Че за волшебный снаряд? Че, прокладкой что ли кинул? Да, забавно. Ну а теперь... Так, подождите, я сейчас щелкну и как можно чаще. 1200, ну нихера себе, очень круто. Собака чуть не убил нас. Так, давайте-ка мы съедим что-нибудь. До этого мы не смогли убить медведа сына, а сейчас-то мы сможем. А, магии у нас нет, ну давайте своим сиськопосохом. Да, осталось ему вообще понты, конечно. Так, давай, Картман, ты. Твой выход. Сейчас. Ты еще 300! Да! Ну и мы. Файнал. Финальный удар. Да! Мы победили Элгора. Так, коготь чел медведа свина. Очень сильный, видимо. Пурпурное сердце. Восстанавливает дополнительное здоровье при исцелении. Флешка. Да, fuck yeah. Давайте посмотрим, коготь сильный ли вообще. У нас вот 260. А этот, фе, отстой. Так, хорошо, победили чел медведа свина. Теперь можно идти вот. А, к мистеру Майке споем. Ну, скажем ему, что монитор там что-то сняли, кинескоп или что. Так, подожди, этот с нами не хочет жить. Но зато у нас есть Картман, может с нами ходить, прикольно. Вот здесь пятиклассники потянули Баттерсу трусы. Так, мистер Маки. Ладненько, спасибо, Анька. Ты же выбросил, что я просил. Тебе может показать, что у меня еще синдром накопительства. Давай станем друзьями в Фейсбуке. Мистер Майки у нас на Фейсбуке. Приколюха. Это твой нос? Так, ну чё, куда нам? Так, ну, погнали по квестам основным. А, вот, подождите, тут вот доберитесь. А, понял. Ну, дом маршей, там, видите, надо именно со Стеном нам было идти драться с великаншей. Ну, с его сестрой. То есть сейчас мы сходим туда, поменяем Картмана. Так, это вот, по-моему, дом Стэна, где? Да. Сейчас поменяем напарника нашего группу. О, у нас все доступны уже. Стэн, пошли. Сразимся с великаншей. Твоей сестрой. Так, опасность повсюду. О, ролик. Прикольно. Никто не может подготовить тебя к этой битве. Если я умру, передай парням, что я храбро сражался. Так, ну все, погнали. Играет айфон. Верни мой айфон. Ах ты маленькая вонючка. Я привел подкрепление. Посмотри, как ты справишься с ним.
Your days are numbered, Shiogre. Твои считанные дни, великанша. Ух ты, хера себе, блядь, 19 тысяч жизней. Ебануться. Много, очень много. Так, что у него есть? Метка смерти, что делает метка смерти? Go, boy. Собачка один раз укусила и все, что ли? А, нет. Стэн высвобождает своего внутреннего героя боевиков. Нажмите левую кнопку мыши, когда увидите вспышку. Прикольно. Очень круто. Так, ну ладно, великанша. Просрал вспышку. Ну что ж, давайте опять огнем дракона. В этот раз должен быть мощнее. О, неплохо. Ну, хоть у ней до хера жизни. Мы тоже молодец. Так, съедим вкусняшку. У него способностей нету, да? Меч Стэна. Херосина, ебашу. Ебогу, сильно. А, давайте кинем в нее супер мечом. Нет. Просто погнем дракона. Так, все, 5. Ну, уже, смотрите, половину жизни там и снесли, это хорошо. Так, ешка. А теперь Костен, давай-ка. Нет. Давайте поменяемся с кем. Можно ли? Поменяться на Картмана. И восстановить ли способность? За победу! Ах ты, сучка. Отравила нас. Еще так сильно нанесла урона. Почему нельзя пищу? Блин. Ну, она может нас сейчас, короче, сломить. Может, вполне. Давайте огнем 5. И потом Картманом. А, ну вот мы восстановили чуть жизни-то. Хорошо, уже хорошо. Так, волшебный снаряд, Картман, кидай в нее прокладку. А теперь, Картман, давай, действуй, гром. Нажимайте как... Тысяча 200. Ну, осталось-то 4000 жизней. Твою мать, Картмана почти убила. Съедим-ка мы печеньки. Кексики, кексики. Отлично. Ну а теперь сил нету. Ну давайте сиськами будем бить. И Картману мы сейчас восстановим жрачку. Тоже. Тоже поесть печеньки. Хрум-хрум. Картман, давай. А теперь суперсила. Осталось ей вообще понты. Хо-хо, 1000, ну все. Ей остался, можно сказать. Один. Нет. Ну все, великанша, умри. На. Рок-н-ролл. Мы за эту серию убили аж двух боссов. Еще раз возьмешь мой айфон и познаешь силу правосудия. Уйди из моей комнаты, вонючка! Шикарно. Забили, сестру. Преклоняюсь перед тобой, истребитель великанов. Я счастлив. Стэн. Стэн марш. Ну, шикарно, дорогие друзья. Сейчас посмотрим, что у нас. Новые друзья, Стэн и мистер Маки. Мистер Маки ничего не постит. Нет больше великанши, вновь эльфийский народ может обитать в землях Ларниона без опаски. Так, у нас вот способность открылась. Направляет противников шар взрывной радости. Если выполнен удачно, шар забивает, зашивает всех врагов в битве. Ну вот, пирошар, короче, прокачали. В целом, во всем остальном у нас прокачаны особые.
Ну, нету ничего. Ну и все, вот прятки есть, восстановление баланса. Сейчас сходим. Давайте к восстановлению баланса. Где это, кстати? А мы где? Блин, а где мы-то, черт? Это вот стрелочка мы? Понятно, дом, короче, вот, вот он дом. Да? Или нет? Ну да, он еврейский дом. Там еврейский пацан. Дом. Евреи. Сейчас на задний двор зайдем. Я прав. Да. А, командир Шмошник решил осчастливить нас своим появлением. Начнем. Люди, эльфы, Зарну. Злые силы напали на нас. Пройдя расследование, я пришел к выводу, что весь мир наш в опасности. Ну-ка. Клайдова крепость высотой более 4 этажей. На данный момент он завербовал свою крепость не меньше 50 бойцов. Оставь это для Кайла. Ты что-то хотел сказать, магистр? Нет, ничего. Мне кажется, довольно забавно, что средневековые темные эльфы используют PowerPoint. Пацаны, серьезно, Клайд пытается собрать армию тьмы, полагая, он связал силами, которые не сможет контролировать. В его армии многие наши друзья, и поэтому единственный шанс на выживание для обеих наших группировок – это объединение. Да ну в жопу! Мы не станем объединяться с сраными эльфами. Вот есть идея получше, жертвец. После того, что вы эльфы сделали с нами в битве при червячных лесах... Да, скажи им, Баттер, это Джимми, он был виноват, он уже извинился. О, теперь мы извиняемся, а может еще извинимся, например, за нарушение правила? Эй, человеческое правило. Дырку от моего паладинского зада вам. Хороший эльф, мертвый эльф. А не сосунь ли тебе моего эльфийского члена, Баттер? Довольно, зомби-фашисты захватят Зарон. Уже не важно, кто мы, люди, эльфы, мы видели, что делает эта зеленая дрянь. Нам нужно придумать способ остановить Клайда, потому что в противном случае, даже если мы объединимся, у нас все равно нет шансов. Поэтому нам нужно говорить с другими группировками, с пиратами, федерациями и девчонками. Девчонками? Кайл, девчонки не станут с нами играть. Да, чувак, убедить их мы не можем. Мы нет, но новичок сможет. Он обладает способностями существования, которые нам еще непонятно. Он находит друзей в Фейсбуке быстрее, чем кто-либо. Он правда знаменитый в Фейсбуке. Надо отдать должное. Придумай, как уговорить девчонок встать на нашу сторону, командир Чмо. А я позабочусь о других группировках. Все остальное возвращаюсь на свои базы и готовиться к войне. Блять, мы бородатый мальчик. Так, завербуй девчонок, а не как... Кайл, привет, друзья. Но мне-то нужно по заданию. Я вообще пришел вот... Вот к этому чуваку. Восстановление баланса. Где он, кстати? Эй, где тут эльф? Сейчас, друзья, подождите, найдем эльфа. Вот он. Мы вернулись, я нашел один. Для меня честь быть твоим другом, дракон рожденный. Ух ты!